Праздник этники в центре Красноярска. В столице края в эти минуты впервые проходит фестиваль музыки и ремесел «Татышев Фест». На острове Татышев днем работали площадки декоративно-прикладного искусства, где можно было приобрести изделия мастеров из дерева, бересты, глины и текстиля, а также пройти мастер-класс от умельцев. А на главной сцене выступили этноколлективы «Хара» и Иренек Хан из Абакана и «Живая вода» из Минусинска. Главной изюминкой стало выступление хедлайнеров международного фестиваля «Мир Сибири», который недавно прошел в Шушинском. Перед красноярцами в эти минуты выступают Сергей Старостин, группа Инны Желанной. А завершит программу этнодискотека в сопровождении группы «Фолкбит» из Москвы. Этнопраздник продлится на острове Татышев до 11 часов вечера. Идея принадлежит главе города Красноярска Камшику Ильичу Булатову. Спасибо ему за это. И спасибо нашим коллегам из Министерства культуры, что вот та атмосфера, та энергетика, какая уже 13 лет в Шушинском, может передаться здесь, в Красноярске. И благодаря тому, что к нам приехали лучшие коллективы, как принято говорить, хедлайнеры фестиваля в этом году. И мы пригласили сознательно молодежные группы, кто уже с 2007-го, с 2009-го года ищет собственное творческое лицо. И мы видим, как зрительская аудитория реагирует.